Відкрита трибуна. Де у Кривому Розі треба встановити точки доступу до Wi-Fi? Ну, в кафе есть интернеты, в некоторых торговых центрах не хватает бесплатных сетей. И, как бы это странно ни звучало, у нас даже есть некоторые маршрутки с Wi-Fi. Была такая 312-я. И также в кино во многих и в развлекательных центрах закрытые сети. А так, в принципе, вот я знаю, вот в Европе иногда даже вот на некоторых станциях остановочных есть специальные сети, даже с кабелями, чтобы подключать, ну, подзаряжать телефоны. Ну, я думаю, на детских майданчиках, в парках, где чаще бывают молодые мамочки, они гуляют с детками, отдыхают. Я считаю, что не хватает в парках, в скверах, там, где гуляет молодежь. Но я считаю, что, во-первых, в университете нам не хватает бесплатных точек интернета. Я считаю, что в нашей стране и в нашем городе люди не совсем серьезно относятся к такому понятию, как интернет вообще. Потому что там, где-то в новом свете, интернет есть один из самых главных инструментов, с помощью которого люди обучаются, с помощью которого зарабатывают деньги. То есть, если и у нас нет такой потребности в том, чтобы интернет был везде, а это было бы очень круто, потому что любой студент может просто готовить домашнее задание, идя по улице просто со смартфоном, или едучи в маршрутке, он может достать телефон и читать статьи, и самообразовываться. Это здорово было бы. Поэтому и Wi-Fi нужен просто везде, однозначно. Ну, я думаю, не хватает интернета на ЖД вокзалах, потому что реально люди бывают опаздывают, да, на поезда, и им срочно нужно посмотреть, куда нужны эти билетики, вот. И там не хватает интернета. Я считаю, что не хватает во многих людных местах, таких как парки, скверы и другие. Відкрита трибуна.